Добрый день. Колеги, доброго дня. Ми починаємо прес-конференцію міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Нарешті законопроекти ініційовані МОЗ, зареєстровані в Верховній Раді. Ми дуже сподіваємося, що вони цього тижня будуть розглядатися. І пан міністр представить вам всі нюанси цих законопроєктів. Ну, всі нюанси, наверное, буде тяжело представити. Ну, основні принципи. Большое спасибо за интерес. Я постараюсь объяснить, чему служат эти законопроекты, что они дадут людям, что они дадут системе здравоохранения, почему это важно, чтобы Верховная Рада принимала эти законы и принимала на этом сессионном периоде, потому что уже ждать невозможно, запускать надо реформу, а без изменений законопроектов, законов эта реформа просто не получится. Такие есть основные принципы. Основные принципы в том, что я много раз говорил, надо переходить от финансирования койки места на финансирование услуг. Это означает, что государство будет оплачивать сеть за предоставленные услуги, качественные услуги, которые все граждане Украины должны получать, доступность получать такую же абсолютно по всей стране, несмотря на социально-экономический статус семьи или человека. И это дает огромную свободу для сети, которая должна работать намного автономнее, чем сегодня. Сегодня сеть госпитальных учреждений, медучреждений – это стопроцентная собственность в управленческом плане государству. А нам нужно, чтобы они смогли легально зарабатывать деньги, чтобы они смогли вкладывать деньги в развитие медицины, чтобы они смогли получать от государства деньги за оказанные услуги, и чтобы они смогли сами со своим бюджетом распоряжаться, чтобы потом, к концу года, государство не забирало у них денег и не обанкротило, в принципе, сеть вручную. Я хочу подчеркнуть еще раз, что это не является приватизацией, потому что все больницы и учреждения они меняют правовую форму, но не меняют собственность, они остаются в государственной собственности. Просто те правовые нормы, которые будут вводиться, они дают им возможность легально получать деньги за услуги. За те услуги, которые не финансируются государством по сети, они будут получать деньги от государства, так что в финансовом плане никаких изменений у них не будет. Просто появляется вот такой принцип глобального бюджета, который складывается из разных источников. Это и государственные деньги, которые они будут получать, и те деньги, которые они сами могут себе заработать. Эти заработанные деньги, эти источники могут быть или аренда помещения под, например, высокотехнологичные диагностические центры, или апгрейд услуг, да, улучшение нахождения в больнице, там, более там, VIP типа палат. Там очень много услуг, которые они могут привлечь. Там очень много вариантов, которые могут сделать. Кстати, по всей стране есть такие оазисы, которые уже работают и зарабатывают себе очень хорошие деньги. Государственные учреждения, например, есть очень хороший диагностический центр с поликлиникой в Житомире, который уже давно работает по этой схеме. У них есть абсолютно все сделано. И электронная карточка, и распределение разных услуг по разным тарифам и так далее. Так что эта система работает и в стране, но работает в единичных случаях. Мы хотим, чтобы все переходили на это. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не переход на платную медицину, потому что, когда мы говорим, надо, чтобы делали тарификацию услуг, это не для того, чтобы люди платили за услуги своего кармана. Это для того, чтобы государство правильно оплачивало услуги, чтобы мы смогли ввести нормальную социальную страховую медицину, когда государство через страховку закупает услуги для своих граждан. Без этого, без тарификации услуг, это будет просто невозможно. Не знаю, сколько и что мы платим, и когда, и кому, и за что, никакую страховую медицину мы не сможем начать страховую медицину, просто по той простой причине,
причине, потому что финансово сегодня все системы не позволяют этого делать. Например, у сети нет легальных возможностей работать, контактировать с страховыми компаниями, и у государственных компаний нет возможности у них брать деньги. Так что эта система открывается, государство убирает свою тотальную монополию на систему здравоохранения, оно остает себе за собой право, естественно, влиять на всю систему финансово, потому что самый большой игрок на этом рынке будет государство, которое будет так закупать услуги для граждан у сети. Это произойдет в течение года, потому что этот процесс должен идти вперед, но нельзя здесь спешить, надо, страна большая, очень много больниц, очень много медучреждений, они должны постепенно все переходить на новые правовые формы, и мы думаем, что это год на это уйдет. В параллельном процессе МОЗ будет разрабатывать все типовые контракты, которые потом помогут закупателям или услуг, или в этом нашем ситуации это будет областные обздравы и местные органы власти. И по правильным тарифам, и, естественно, параллельно будет разрабатываться и внедряться система, электронная система управления, которая нам дает возможность в реальном времени смотреть, что происходит в стране по услугам, оказанным для граждан. И, естественно, будем работать и с сетью, и с местными органами власти, чтобы они быстро переходили на новые принципы управления. Для нас большую поддержку оказывает проект Северного парка, который официально с 15 июня уже начался. Вы, наверное, помните, что это 214 миллионов долларов на поддержку реформ. Там есть и капитальное вложение, но в основном там как раз работы по переквалификации, работы по внедрению электронной системы управления и так далее, и так далее. К сожалению, мы могли бы иметь больше денег, 350 миллионов было, по-моему, изначально, но из-за бездействия МОЗа за прошлом году мы потеряли 100 миллионов, ну ничего, 214 даже не очень плохо, даже очень хорошо. Если мы там покажем, что есть прогресс по этому проекту, мы сможем еще получить больше. Стране нужны деньги на поддержание реформ, и это очень хорошо, что Всемирный банк стоит с нами и помогает нам финансово. Так что будут приняты законы, будут у нас нормальное финансирование и правильное финансирование системы охраны здоровья. Будут приняты законы, врачи будут получать больше денег официально, легально и не лезя в карман пациентам. Будут приняты законы, у пациента будет доступ по всей стране к качественной медицине. Будут приняты законы, появится возможность для частного бизнеса вкладывать деньги в развитие медицины, привозить новые технологии и служить на благо людей и продавать, так скажем, услуги государства. Будут приняты законы, будут меняться абсолютно все отношения на уровне первичной медицины. Я сегодня большой провал, мы хотим довести первичную медицину до каждого жителя, то есть на селе, чтобы везде появились такие очаги медицинские, и чтобы правильно была разложена маршрутизация пациента. Так что очень много зависит от как будет работать Верховная Рада, насколько быстро они смогут это все вынести и проголосовать, потому что, еще раз скажу, как я начинал вот свое вступительное слово, ждать уже некуда, невозможно, я могу вам дать стопроцентную гарантию, что при нереформированной этой системе она просто будет разлагаться и как через, наверное, месяцев 6, 7, 8, не знаю, вообще разрушится. Потому что финансово государство не может поддержать 40 миллионов квадратных метров старого советского строения, которое, в принципе, финансируется только 30%. Это неправильный подход и никак не влияет на качество медицины и на качество лечения по всей стране. Хотя в Украине есть огромный потенциал, прекрасные врачи, но они поставлены в такую ситуацию, что должны смотреть в карман пациенту и, в принципе, заниматься не своими делами. Так что реформы нужны. Мы уже опоздали. 23 года Украина ждет продвижения по реформе здравоохранения. Это очень хороший шанс. Все готово. 130 страниц изменений в законах. Этот пакет уже там регистрирован. Я очень надеюсь, что, несмотря на все ситуации в стране, политические и внеполитические, эти законы будут приняты, потому что медицина и развитие системы здравоохранения — это не является политической темой.
ни для кого, то есть политика не должна влиять на это, никакие кадровые решения не должны влиять на это, надо принимать решения, голосовать, принимать законы и начинать реформировать систему. Я все-таки думаю, что это последний шанс этого сделать, потому что потом уже будет очень поздно. Спасибо. Коллеги, Николаева. Телеканал ICTV. Вы правильно говорите, что уже дальше ждать некуда. А скажите, а когда будут объявлены тендеры на покупку вакцин? Как это касается, я говорю сейчас о реформе здравоохранения, законопроекта. Мне слышится о закупках. Да, господин министр. Хорошо. Значит, вас не интересует реформа здравоохранения, я вам скажу о закупках. Да. Тендеры будут докладывать. Ну, знаете, я уже очень много об этом говорил, рассказывал. И просто я вас очень прошу, зайдите хотя бы до брифингов на сайт МОЗа. Там и есть график, сколько номенклатуры утверждено, что было принято, какая группа работает, когда будут первые торги, там все расписано. 30 номенклатур уже утверждены. До конца июля, не знаю точно дату, потому что это на сайте можно увидеть, уже начнутся объявляться торги. С нами будут работать все международные организации, которые здесь в стране. Нам Организация Объединенных Наций, программа развития дает 5 независимых экспертов, которые будут администрировать всю систему торгов и обговорения этих самых контрактов. Все будет прозрачно, все расписано, мы убрали барьеры, огромные барьеры, которые были на рынке, которые давали возможность участвовать большим компаниям или производителям, или местным иностранным компаниям, которые присутствуют в стране. Мы хотим, чтобы максимальное количество игроков участвовало в торгах, как и местные производители, так и иностранные. 9 июля у нас была большая встреча, 300 человек приходили в МОЗ со всеми игроками рынка, мы им объяснили, как мы будем это делать, какие барьеры убраны, какие новые регуляции, то есть какие старые не существуют, а новые, какие упрощенного варианта. Мы все это делали презентацию. И очень надеюсь, что все мы вместе, и Министерство здравоохранения, и фармкомпании в этом году проведут такие хорошие показательные закупки, чтобы этот вопрос раз и навсегда закрылся, и не было никаких, ни у кого никаких претензий. Вообще, надо, конечно, все эти закупки выносить за пределами МОЗ, нанимать там важных агентств, которые этим будут заниматься. У нас есть возможности, мы сейчас ведем переговоры с 3 международными организациями, которые работают по закупке по всему миру, начиная с Крамнейтис, который работает с японским правительством, с английским правительством и так далее. Они нам будут помогать в администрировании этих процессов, но я надеюсь, что уже буквально через 2 недели, потому что мы дали им 2-недельный срок, и себе, и им, мы уже будем выбирать компанию, которая будет заниматься вообще закупками, процессом закупками по всему. Но еще раз я хочу подчеркнуть, закупки – это одна часть, маленькая часть всей цепи, которая называется государственная программа. Там главное и очень важное, как определяется номенклатура, что мы закупаем, в каком количестве, куда их посылаем. Потом, естественно, сам процесс торгов, и потом распределение всего этого по всей стране. Но не имея не имея реестра пациентов, только по программам СПИДа и туберкулеза там более-менее нормальная ситуация, а по остальным программам там просто нету нормальных реестров. Мы не знаем, вот почему меня всегда спрашивают, почему в одной области есть что-то там с запасы, а в другой нету. Там. Это потому, что неправильно были досчитаны количество препаратов, которые закупались. Это потому, что за последние, не знаю, там сколько лет никто не интересовался, какая вообще нужда по стране. Закупали все исходя из количества денег. А потом распределяли, исходя из количества платов и не знаю, там, разных схем. Да? Кто-то получал больше, кто-то получал меньше. Вот такие проблемы. Вот надо было просто все это разгрести, нормальную систему придумать, и там мы все сделали. Надеюсь, что вот расследование, которое идет, это покажет. По регистрации вакцин, извините, уточнение еще. ЮНИСЕФ хотел бы завозить, наверное, да, больше вакцин сюда, в Украину, но они не зарегистрированы. Только дано вот распоряжение ваше по Чехии и Словакии вакцину какую-то перерегистрировать. Что по остальным, по столбняку? Те, которые раньше завозились из России, извините. Чем заменят сейчас, если они не зарегистрированы? Извините, из России или завозились из России, извините.
Давайте, хорошо, раз вас тем больше интересует, чем все остальное, сейчас расскажу. Но это немножко. Не, я сейчас просто расскажу, мне все здесь есть, информация. Вы спросите моего предшественника, почему в прошлом году вообще не было закуплено ни одной дозы сыворота от ботулизма, котюк, столбняка и так далее, и так далее. Я просто не знаю почему. Это российского производства, японского или французского, мы уже знали, что если это российского мы не будем покупать, но можно было какие-то решения принимать в прошлом году. Чтобы вы понимали, в дозах это очень маленькое количество. Это не препараты по СПИДу и не препараты по онкологии. Это очень маленькое количество. В принципе, это можно было бы купить, ну не знаю, там, на 5 лет вперед. Но, знаете, вот что меня очень удивляет, то что вот приходит время, ну, то, что никакого институционного передачи дела, почему я хочу вот, передать вам самому пленнику, вот так, чтобы такие вещи не выскакивали по. Когда проблема начинается. 260 человек работают в МОЗе. Ну кто-то хотел бы один должен бы знать, да, или именно для уровня области. Вот область, там же тоже какие-то управленческие товарищи сидят, да? Если там нету вакцины там, или сыворотки от укуса змеи, ну почему это можно сказать, выходя в я ничего не имею против публичных заявлений, но выходя в прессу, а не коммуницировать с МОЗом в начале года. Они что, не знают, что там змеи есть или там, что ботулизмом? Я просто не понимаю такой подход, понимаете? У меня такое впечатление, что это такие маленькие вопросы, ну маленькие по количеству вопросы, они сейчас всплывают и как-то очень-очень похожи на саботаж. Понимаете, сейчас, ну я не вижу такие версии, но я сейчас вам скажу. То, что у нас вакцины на пассажиры завезли и развезли, это вы знаете. Уже завезли сыворотки против ботулизма 1200 штук, вот это смехотворное количество, 1200 штук, которых нужно стране, не больше. От укусов пойдет 1500 штук, от столбняка 70 тысяч штук, ну, юнитов, да? Но их только завозят, завезут. Не было, 5 лет никто этим не занимался, вы понимаете? Не было, у вас не существовало Министерство здравоохранения, это было Министерство коррупции, схем и откатов. Никто не интересовался людьми. То, что значит только что, да, только что завозят, да, они в Одессе, сейчас будут распределяться. Вы посмотрите, в какой стране вы жили, товарищи. Вы каждый раз забываете об этом. Раскладывали, 4 миллиарда раскладывали, одна закупка вакцин на 4,5 миллиона, откат полтора. Ну, о чем можно вообще говорить? И вы правы, то, что не зарегистрированы эти самые вакцины, которые университет может завести. Я просил моих дорогих депутатов, когда мы работали вместе, когда была более-менее сплоченная команда, будут законы, которые мы будем разрабатывать, потом, пожалуйста, вы тоже выходите с инициативами, которые быстро могут изменить ситуацию. Например, дайте возможность по закону, дискреционное право Министерству здравоохранения, Кабмину, не знаю, кому-то из исполнительной власти, возможность регистрировать самим все жизненно важные препараты. Сегодня по законам Украины, например, ту же вакцину может только регистрировать только производитель. Но вакцина же такая вещь, которая, ну, это же не там ибупрофен какой-нибудь, так, нужная вещь для страны. Почему нет у МОЗа дискреции пойти все вакцины, которые сегодня в ВОЗовском и в ЮНИСЕФовском списке, зарегистрировать прямо? Вот так. Знаете, сколько стран так делал? Начиная с Грузии, скончая до Молдовы. Везде так. Это, ну, это нормально, но нет, здесь же это все выстраивалось, потому что какие-то схемы были, какие-то надо было кому-то что-то там делать, там одну вакцину на другую поменять. Это же все выстроено. Я всегда думал, что, знаете, что-то было там по ошибке или, может быть, что-то не упредили. Нет, абсолютно никаких других мотивов этих деяний, кроме денег, не было. Абсолютно. И эту систему сейчас разнести очень трудно, потому что очень много заинтересованных людей. Ну да, только сейчас завозим, потому что вот такая ситуация. И вообще не было в планах закупок, которые сделались в прошлом году, не было вот этих столбняковых, то есть от столбняка этих сывороток, вообще не было планов закупок. Вот так. Мы сейчас бегаем, вот представьте себе, Украина, центр Европы, огромная, богатая страна. Я обзваниваю там замминистров и министров в Туркменистане, чтобы нам сыворотку подарили.
там, не знаю, ну Польша вообще, Польша стала нашим каким-то додатковым каким-то, в общем, страной, которая все, во всем нам помогает, от ПСЖ до этих СВР. Ну это же ненормально, так, неправильно. А перерегистрация прошла, извините, столбняка, и все, все, больше ничего. Да, я все зарегистрировал, не знаю, конечно. Пожалуйста. Это перерегистрация, да, тоже, ну понимаете, ну какая-то идиотская вещь. Нам, ну что мы перерегистрируем? Вакцина, которая или сыворотка, которая выпускается там последние 120 лет во всем мире. И мы должны дополнительно какую-то бумажку предоставить, что да, это является том, тем, что являлось за последние 120 лет. Калюжна Анна, телеканал «Еспрес». У мене таке запитання. Національна рада реформ, ну, такий звіт зробила, моніторинг, тобто всіх реформ. Ну і, звичайно, я так розумію, що ви це пов'язуєте з тим, що не реєстрували в Раді законопроекти. На останньому місці була реформа охорони здоров'я. За який час ви плануєте наздогнати всі інші реформи? Скільки знадобиться часу, щоб провести? Реформа здравоохранения... Красна как перст. Шесть законопроектов, которые представлены. Они начинают и будут, в общем, это все нужно, чтобы все началось. Эти законопроекты готовы с 3 апреля. С 3 апреля. Концептуально 130 страниц готов. Тобто Рада не реєструвала, я правильно розумію? Ну, пока дошли до Рады, еще долгий путь прошли. Но сейчас они там. Уже более месяца эти законопроекты висят на сайте МОЗ. Я не буду принимать аргументы, что никто этого не видел, не читал, не знает. И что там 3 дня дали, 2 дня дали. Вообще, честно говоря, у Верховной Рады, если я не ошибаюсь, к примеру, это озвучивал, около 15 таких пакетов, которые нужны не мне, не премьеру, не президенту, а стране. Так что пусть товарищи перенесут свои... дни отдыха на Канах и на Канарах на пару недель и примут все. Потому что если не примут, у нас не будет финансовой поддержки от ВМФ, не будет финансовой поддержки от Всемирного банка, не будет никаких реформ, не будет медицинской реформы. Сотрудник кто-то сможет там отдохнуть там, на Канарах 2 недели. Но это, знаете, когда все абсолютно в этой исполнительной власти работают по 18-20 часов, я не передергиваю, это так. Это просто так. Вы посмотрите, кто как работает. Так? И все это готовится, ну, поздно, там, рано, не имеет значения. И так доходит до депутата, который работает 3 месяца в году. То я просто не могу понять, как это возможно. Вот вчера я читал, то есть сегодня утром я читал, пример говорил, 180 законов, которые были поданы в Верховную Раду, 100 были не приняты. Какие реформы, товарищи? Если законодательный орган не дает возможность исполнительной власти менять законы, которые позволяют быстро реагировать и быстро реформировать систему, о чем речь? Я могу сказать, во время процесса реформ показатель голосования за правительственный закон в Грузии было 100%. Я говорил с Иваном Миклошем в Словакии 99%. Здесь 30%. Я просто не могу понять. Если не нравятся кому-то инициативы там, правительства, пусть сами что-то напишут, но тоже не делают это. Это же должно делаться. Так что, да, к сожалению, так и получилось, но я могу гарантировать, что после принятия закона это будет там самая большая зеленая такая большая там, ну, вкладка в этих. Ну, знаете, если серьезно, то это очень. Что самое главное понять, что меняют эти законы. Это не косметологическое изменение системы или там фасадное. Это в корню меняет. Там изменения в законах. В госбюджете, там, в бюджетном кодексе, там, в налоговом кодексе, ну, в очень многих таких основных законах, поэтому все старались написать и правильно разработать, чтобы донести такой хороший 100% продукт до парламента, чтобы они там быстро это все приняли. Поэтому время ушло, но я не думаю, что это никогда не было потерянное время, наоборот, мы хорошо подготовились. Так что будем сопровождать законы, и когда примут, уже наш квадратик позеленеет очень быстро.
Надежда Ющенко, Укрминформ. Вы говорили, что когда законопроекты будут зарегистрированы в Раде, вы будете презентовать их депутатам и как-то, так сказать, лоббировать их. То есть вы отказались от этого намерения или нет? И вот ваш комитет по здравоохранению, известно, что он вам выразил недоверие вроде бы, он будет вашим союзником? Как-то вы будете пытаться еще дополнительные усилия прилагать, чтобы они все-таки были внесены в Раду? Конечно, я буду работать и с комитетом, и со всеми фракциями, которые заинтересованы послушать наше мнение. То, что комитет высказал недоверие мне, это не значит автоматически, что они должны недоверие высказывать законом. Это не мои законы, это не то, что мне мой отец составил, я собой собирать не собираюсь. Да, это нужно для страны. Я очень надеюсь, что здесь будет серьезно будет смотреть на государственный подход и отделить одно с другим. Да? Я презентовал законопроект на пленарном заседании. Для меня это был очень интересный момент, когда только 3 человека слушало, а процентов там 80 вообще спиной стояли. Там была вся презентация с слайдами и так далее. Я просто смотрел, 3 человека были, выбрали наушник, слушали, пару еще без наушников слушали, остальные просто разговаривали. Эти законопроекты, суть их я презентовал представителям фракции уже. И, конечно, сейчас будем работать с комитетами, туда ходить со своими презентациями, с планами и так далее, и так далее. Я буду этого процесса сопровождать, даже если будет принято решение о моей отставке, которое где-то зависло, то я и так, если не дадут возможность, я буду как-то, в общем, не то, что рекламировать, сопровождать процесс. Это очень важно. А какая была реакция фракции, еще извините, на вашу презентацию? То есть они поддержали? Знаете, в Украине вот такая ситуация. Все поддерживают, но там доходит до последней точки, потому что там замирает. Да, все поддерживали, были очень хорошие. И на Раде реформ то же самое было, когда президент поддерживал, на Калере, когда премьер поддержал. Но эту поддержку я вижу, потому что я работаю в исполнительной власти. Вот когда есть декларативная поддержка с парламента, я очень надеюсь, что она тоже будет такой же практичной, как и от премьера и президента. И да, когда мы об этом говорили, все может понравилось. Сейчас посмотрим, как будет голосовать. Пане міністр, було декілька смертей від туризму через відсутність, вірніше, сироватки. Хто має понести за це відповідальність, те, що люди помирали? Знаете, очень такой вопрос очень интересный, потому что я понимаю, что это у вас очень, для всех это большая проблема. Безответственность вообще должна караться как-то законом. В стране не только один министр и 3 замминистра. В стране огромная вертикаль медицинской власти. Это облздрав, горздрав, райздрав, какой-то здрав, я не знаю. Это огромное количество бюрократов и чиновников, которые сидят по всей стране. То, что в какой-то там городке не было сыворотки ботулизма, а там были исторические или есть какие-то, в общем, предпосылки того, что там будет проблема, это надо было знать. И еще раз говорю, это не дорогостоящие какие-то препараты, которые нигде нельзя найти. Если не было у них, возможности купить, надо было хотя бы сказать. Но я еще раз хочу сказать, эта проблема не этого года или прошлого года. Это вообще запущенная проблема. Я вообще думаю и абсолютно уверен, что как развивалась система здравоохранения при предыдущей власти, это просто была, целенаправленная разруха всего. Целенаправленная. То, что там вдруг, например, несколько военных госпиталей, они сейчас находятся в собственности российских банков, это тоже показатель вредительства прямого. То, что в стране хронически не было запасов элементарных препаратов, хронически не было. Я еще раз говорю, 1500 штук, это доз, это хватит на 3 года. Это копейки. И зная, что, например, если про вот популизм, еще могу сказать. Вообще,
По туризму это проблема зимой, когда люди открывают консервы, и, ну, там, в общем, плохо законсервированы домашние консервы. Ну, не сказал во всем мире, но хотя бы в тех странах, где работают, про это так происходит зимой в основном. И всегда страны там закупают на зиму. В Украине странная ситуация была для меня, в том плане, что я не знал, что вспышки могут быть летом, потому что, ну, это из-за вяленой рыбы, или, не знаю, нету жареной, или, не знаю, в общем, мог бы это не знать. Но существует же тысячи людей, врачей, главврачей, облздрав, райздрав, не знаю, кто-то здрав, минздрав бывший. Ну, как это вообще можно было не знать, что такая ситуация будет? Я не могу это понять. Я, честно говорю, не могу это понять. Потому что, еще раз, если бы это было какое-то такое, знаете, дорогое. Ну, поэтому, наверное, не закупали, что не было дорогостоящим, и там денег было, ну, негде украсть. Я не знаю, надо посмотреть. Мы сейчас, нам сейчас самое главное завести все эти сыворотки и по областям раздать, и потом будем смотреть, почему никто не думал об этом последние 3 года. Но я вам гарантирую, даже если мы будем, если мы найдем, почему, ну, если найдем там какого-то, невозможно будет одного человека найти, потому что здесь же коллективные решения всегда принимались, то ничего не будет, никто не пойдет себе в полное наказание. Это уже такая практика, к сожалению. Коли еще питание? Оля Костенюк, «Транспортность Україна». Ви вже згадали про вашу заяву на відставку, що питання затягнеться. Яка взагалі ситуація? Її не розглянули? Чи вели з вами якісь перемовини, пропонували забрати її, залишитись на посаді? Яка з цим ситуація? Ні, я забирати нічого не собираюсь. Я не той чоловік, який буде прыгати від одного рішення до другого. Не в этом дело. Дело в том, что я написал заявление, исходя из того, что я услышал от лидера фракции блока Петра Порошенко. Они объявили, сказали, что у них есть вопросы, и у них есть вопросы ко мне, хотя они тогда задавали эти вопросы лично мне, или на фракции, или на комитете, но хорошо. И начали говорить насчет доверия и так далее. Ну, когда уже такой вопрос настает, уже там, знаете, надо разгружать как-то эту ситуацию, надо, что пыл улег, я не хотел входить в конфликт, написал все тихо. После этого никто уже, в принципе, ну, намного конструктивнее начали работать все почему-то. Это странно, надо было, наверное, в январе это заявление делать. Но сейчас такая ситуация, насколько я понимаю. Значит, я написал заявление на имя головы Верховной Рады и на премьер-министра. Значит, там две пути. Или Кабмин голосует и потом заходит, в общем, в Верховную Раду от Кабмина. Такое решение. Или голосуют сами депутаты. Это то, что мне объяснили. Здесь очень такая, в общем, странная ситуация. Но заявления лежат в обоих институциях, скажем так. Но идеальный вариант был бы, честно, да, чтобы, наверное, нашли преемника. Я еще раз говорю, я никуда не собираюсь уезжать, я просто хочу передать этому человеку свои дела, чтобы он знал вот такие мельчайшие вещи, да, например, по туризму, не знаю, что так, но это же могут кто-то сказать нам, да, в декабре. Вот такие вещи, которые уже начаты, те процессы, которые прошли, те, которые нужно это сопровождать, нуждаться, чтобы человек вошел в курс дела быстрее, чем когда-то мы это делали, там это произошло. Так что не знаю, как процессуально, вот я сделал все, что, ну, то, что мне сказали юристы, и так и поступил. Сейчас жду реакции от власти. Коллеги, я вам очень вдячна. Большое спасибо. Каждый наш брифинг становится менее агрессивным. Вопросы становятся.